Здравствуйте! Компания Patriot представляет вашему вниманию аккумуляторную дрель шуруповерт BR181H. Это универсальный инструмент для работы с крепежом. Также можно сверлить различные материалы, в том числе и бетон. Устройство поставляется в удобном пластиковом кейсе. В комплекте две литий-ионных аккумуляторных батареи напряжением 18 вольт, которые обеспечивают большую производительность. Зарядное устройство с системой умной зарядки способно всего за 1 час зарядить батарею. В комплекте имеется набор бит и сверл с титановым покрытием, а также переходник-удлинитель. Вес инструмента составляет 1 кг 300 грамм, его удобно держать в руке, и он надежно фиксируется благодаря мягким резиновым накладкам Extra Grip на рукоятке. Яркая подсветка позволяет работать данным инструментом в местах со слабым освещением. Надежный быстрозажимной металлический патрон позволяет удобно и легко сменить оснастку без применения зажимного ключа. Предусмотрено 16 положений крутящего момента, который достигает 35 ньютон-метр. Скорость вращения регулируется усилием нажатия кнопки включения. Максимальная частота вращения составляет 1100 оборотов в минуту. Инструмент может работать в трех режимах. Сверление, режим вращения с ограничением крутящего момента и сверление с ударом. Дрель-шуруповерт имеет ряд преимуществ и конструктивных особенностей. Функция реверса позволяет откручивать крепежные изделия. Для управления реверсом имеется двухпозиционный переключатель рядом с кнопкой пуска. Блокировка шпинделя позволяет сменить оснастку одной рукой и докрутить шуруп при разряженном аккумуляторе. Регулируемый крутящий момент позволяет работать с любым типом крепежа. Выставив слабую силу закручивания, вы не повредите ни тонкие материалы, ни сам крепеж. Двухскоростной редуктор может работать на высоких оборотах, что хорошо для сверления. Эргономичный корпус и отличное распределение веса позволяют долго работать без пауз. Электронный тормоз мгновенно останавливает вращение патрона при отключении инструмента. Это позволяет исключить излишнее проворачивание закручиваемой детали. Функция торможения полезна в тех случаях, когда шуруп, винт или гайка закручиваются не до конца. Зарядное устройство с электронной функцией Battery Smart Control защищает аккумуляторы от перезарядки и увеличивает срок их службы. Теперь мы продемонстрируем, как справится инструмент с различными видами материалов – древесина, кирпич и бетон. Как вы видели, Patriot BR181H легко справился с данными материалами. Легкая, компактная и функциональная аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR181H – это незаменимый инструмент, который по достоинству оценят как мастера-любители, так и профессионалы. Смотрите наши видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.